Всем привет, с вами При. Недавно на Расколотом берегу начали выдавать такой квест, который называется «Недопустимое нашествие». Эти квесты выдаются каждую неделю на Расколотом берегу, в этом именно самом лагере, на вершине избавления. Суть в том, что если вы, допустим, сейчас вернетесь в игру, то вам достаточно быстро будут выдавать эти квесты чуть ли не каждый день. А нам, игрокам, которые сидят и ждут эти квесты с самого начала 7.2, дают эти квесты лишь еженедельно. Суть-то в том, что большая часть игроков испугалась того, что нужно убить всего лишь 100 демонов. Для кого-то это число большое, для кого-то это число маленькое. Итак, давайте подробно разберем, где можно их убивать. Можно убивать в этом кратере Сурамарском, можно убивать в Асуне, вот здесь, это точно я помню, и где-то здесь еще в Асуне можно их убивать. Как по мне, это весьма хорошая точка. Суть в том, что когда доступно локальное задание «Чистое небо», мы можем поубивать работяг, которые находятся весьма рядом, и дропнуть с них боеприпасы легиона, тем самым запрыгнуть в пушку. Не знаю, можно ли это сделать без локального задания, но я так чисто за компанию решил сделать и квест, и локалочку. А суть-то в чем? Все, квест сделан. Получается все так, то что это убийство мобов даже не требует какого-либо наличия вещей от вас. То есть никак не зависит почти с какой скоростью вы их будете убивать. Ну ладно, окей, скорость зависит лишь в том, насколько хорошо вы знаете полет снаряда, полет этих мышей. И делаете ли это вы, допустим, группой или соло. Все-таки это квест, и группой в 5 человек его можно спокойно делать. Вот такое вот вам небольшое видео по поводу этого. Небольшая такая подсказочка, скажем так. Надеюсь, вы будете использовать ее во благо. И то, что при убийстве мобов с этой пушки мобы будут засчитываться и до тех пор, когда даже любой человек посмотрит этот видосик в конце легиона. Всех вам благ, счастья, здоровья, удачных полетов снарядов и до скорого!